Марина, я тоже поеду в Москву. Так, вы говорите, как вас не берем. Путина. Ну хорошо. А это положи в багаж. Что это такое? То, что я думаю уже. Да, это то, что. Это не важно. Это ваше решение. Хорошо, и что вы в самом деле это делаете? Серьезно? Серьезно это? Ну, мне уже много лет, и мне все равно. Я все равно поеду защищать Путина в Москву. Да, печально это все, конечно.